Добрый день, друзья! Сегодня будем смотреть компакт-вены и мини-вены. Opel Zafir, Touran, Chrysler Voyager, Renault Espace и другие автомобили, которые попались на площадках в городе Елгава. Opel Zafira Tourer 2016 года, дизель 1.6, механика, пробег 195 тысяч, цена 10 990. Chrysler Grand Voyager 2004 года, 2,8 литра дизель, автомат, кожа, пробег 228 тысяч, цена 3300. Небольшая вмятинка на задней левой двери. Volkswagen Touran 2007 года. Дизель 1.9, механика, пробег 188 тысяч, цена 4000 евро.
небольшая вмятина на водительской двери. Opel Zafira 2004 года. 2 литра дизель, механика, пробег 232 тысячи, цена 2250. Вмятинка на правой передней двери и сзади на двери и на крыле. Toyota Corolla Versa 2002 года. Эта машина была показана в обзоре бюджетных автомобилей. 2 литра дизель, механика, пробег 316 тысяч, цена 800 евро. Вмятина на крышке багажника и ржавеет низ, пороги и двери. Opel Combo из Германии 2007 года, 1,3 литра дизель, механика, пробег 175 тысяч, цена была 2500, сейчас 1900. Пущено заднее колесо.
Kia Carnival 2008 года. Дизель 2,9 литра, автомат, пробег 140 тысяч, цена 2990. Opel Meriva 2010 года. 1,3 литра дизель, механика, комбинированный салон, пробег 172 тысячи, цена 5290. Renault Megane Scenic. Эта машина тоже была показана в прошлом обзоре бюджетных автомобилей. 2004 года, дизель 1,9, механика, пробег 135 тысяч, цена 1600. Пятна на пассажирском сидении. И есть вмятинка на правой передней двери. Притерто левое заднее крыло.
Opel Zafira 2006 года. 1.9 дизель, механика, пробег 147 тысяч, цена 2900. Вмятинка на заднем бампере. Toyota Corolla Versa. Пару небольших вмятинок на капоте. 2006 года. 2,2 литра дизель. Механика. Пробег 335 тысяч, цена 2700. Volkswagen Touran 2009 года. Дизель 1.9, механика, пробег 209 тысяч, цена 3990. Renault Espace 2007 года. 2 литра дизель, механика, кожа, пробег 222 тысячи,
Цена 3600. Придается комплект колес. Состояние не ахти. Пущено переднее и, похоже, заднее колесо. Вообще резина никуда не годится. Toyota Versa 2014 года. 1,8 литра бензин-газ. Механика, пробег 215 тысяч, цена 5290. Volkswagen Touran 2004 года. 2 литра дизель, механика, пробег 403 тысячи, цена 2150. Небольшая вмятинка на правой задней двери, вмятина на крышке багажника, сзади наклеена клякса, обычно такими наклейками скрывают какие-то недостатки. Ford C-Max 2008 года, дизель 1,6, механика, пробег 171 тысяча, цена 3690.
Opel Zafira 2011 года. 2,2 литра дизель, механика, комбинированный салон, пробег 188 тысяч, цена 6390. На этом сегодняшний обзор закончим. Смотрите нас, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы вовремя приходили оповещения о новых видео. И будьте здоровы, соблюдайте карантин и не болейте. До следующих обзоров!